Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами опять кошки. Вот такие вот кошки. Лорик там. И вот такие вот кошки сладкие. И вот такие вот кошки, зайцы трусливые. Да, думаю, жека моя. И вот такие кошки. Вот такие вот всякие разные кошки. Маля. Маля моя. Маш. Машуси. Машенька. Вот такие кошки. Юми. Вот такие кошки. Жужи. Маруси. Марсе. Марсель. Вот такие кошки. И их Михалыч. Друзья, огромное вам спасибо. Хочу еще раз поблагодарить. Огромное спасибо всем, кто голосует за нас. Потерпите еще немножко. Осталось вот 10 дней. 27 февраля будут известны лауреаты этой премии. Многие, наверное, знают, что 4 февраля к нам приезжало телевидение. Канал Лен-ТВ-24. Снимали про нас сюжет. И вот посмотрите, что из этого получилось. В мире, где до сих пор существует жестокость и равнодушие к животным, есть человек, чья душа наполнена состраданием и нежностью. Это петербуржец Аркадий Крамаренко. В его семье живет 39 кошек, и все они с нелегкой судьбой. Кого-то просто выкинули на улицу, а кого-то пытались убить прошлые хозяева. Но сейчас животные живут в любви и ласке, и о судьбах полосатых узнала наш корреспондент Мария Полух. Не успели мы сюжет снять, так. Как уже производственная травма. Ну, он товарищ не сэр Том, вот этот серенький, нас покорябал. Игры у этого серенького котика такие – кусать и царапать, не зная меры. Петербуржцы Аркадий и Вера Крамаренко выкупили его за несколько десятков тысяч рублей в клинике, которая имеет плохую славу. Когда они кусаются, они там высшая степень любви и проявления. Аркадий – любимый хозяин 39 котиков, работает начальником в компании по ремонту туристических автобусов и дома бывает вечерами. Ежечасно с питомцами супруга Вера, хозяйка дома. Кормит, убирает, вычесывает и гладит животных именно она. Ютятся все в комнате площадью 20 метров. Ваш комментарий. Все ли вам нравится? Питание трехразовое. Сбалансированная. Первая кошка в семье Крамаренко появилась больше 20 лет назад. Будучи котенком, ее никто не хотел брать из-за проблем со здоровьем. Тогда на помощь пришли Аркадий и Вера. И с тех пор они помогают усатым хвостатым, которые попали в трудную ситуацию. Ну вот одна эта вот что стоит. Сумки, ее откопали в сумке пятерочной. Но потом оказалось, что у нее трещина. Вот здесь вот было прямо как желе. Гематома и трещинка. В общем, ее, видимо, об стену или об пол долбанули, закопали. В семье Крамаренко Лорик, как ласково называет кошку Аркадий, живет год. Нашли ее в январе 2023-го, когда она еще была котенком. Просто мы не можем пройти мимо умирающего котейки. У нас все те, ну, в общем, которые не могли без людей обойтись. В общем, вот так вот и набралось. В приют животных не пристроишь, они заполнены. И, как говорят Аркадий и Вера, уход за питомцами не такой, как дома. Вот самый толстый котик у нас, Гоша. У него одно бедро, вот понимаете, лапки там нету. Может, поэтому еще он толстый, потому что он на трех же лапах у нас ходит. У него было еще воспаление легких, мы лечили 2 месяца, наверное, ему. У нас все для котов. В магазин приходим, у нас вот столько котам и вот столько себе. Обеспечивать котиков всем необходимым семье Крамаренко помогают подписчики. Аркадий ведет YouTube-канал «Кошки Михалыча», где рассказывает о новостях домашнего прайда. Катенька, у которой опухоль была, она тоже совсем освоилась. Да, моя сладкая, на ум. Наумушка, не здоровится тебе. Именно зрители канала выдвинули кандидатуру Михалыча на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Это не денежная премия, это просто, я так понимаю, статуэтка там такая у них. Ну и все, пожалуй.
Ну, я думаю, огласка, там, может быть, кто-то заинтересуется нами. Конечно, в одной комнате 39 кошкам и двум взрослым жить тесно. Аркадий мечтает открыть свой мини-приют для питомцев, куда смогут приезжать волонтеры, помогать ухаживать за обездоленными котиками, привозить корм и лечить животных. Мария Полухтина, Станислав Посыпкин, Лента 24. Ну, вот такой сюжет получился. Почти на 4 минуты. Снимали 1.5 часа, но вот получилось 4 минуты. Для тех, кто с нами недавно, не знают, мы уже снимались на телевидении. Летом 22-го года нас приглашали в Москву на Первый канал. В шоу «Видели видео» мы снимались. Ездили туда с малышкой. Маля моя, звездочка Первого канала, и Юма, вот они. Ездили вдвоем, мы с Андреем, с моим другом, и с двумя этими мартышками. Ссылочку на это видео я оставлю в закрепленном комментарии под видео. Так что, кто хочет, можете посмотреть на нашу, на сюжет, на отрывок с нашей передачи с нашим участием. Ну что, друзья, спасибо вам всем за то, что нас смотрите, за то, что поверили в нас, за то, что голосуете за нас. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. В последнее время очень добавилось много подписчиков, и нас это очень радует. Скоро будет 60 тысяч, уже 59 перевалило. Поэтому спасибо вам, друзья, все это благодаря вам. Если вам понравилось видео, нажмите на кнопочку «Поделиться» под видео. Это поможет продвижению нашего канала еще больше. Спасибо вам, друзья. Спасибо всем, кто нам помогает. Вы у нас самые лучшие подписчики. Спасибо вам за все, друзья. Мы вас всех очень любим, уважаем. Хороших вам выходных. Хорошо вам отдохнуть. До свидания, друзья. До новых встреч.